Потом какие-то мешки нам предлагали еще. Слушайте, ну это, смотрите, это все выглядит, ну, я даже не знаю. Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди, даже не близкие люди, не родные, даже когда, ну, слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. То есть это мусорные пакеты. И вообще я не понимаю вообще, честно, что себе думают люди, особенно что думают себе родители этих детей. Я не понимаю. То есть я бы просто их, ну я бы поджег все, что я мог. У меня бы жил какой-то депутат вот рядом. Это я вам говорю абсолютно откровенно. Я, в принципе, такой человек и был и до президентства. У нас бы люди набили бы морду такому главе там района или чего-то, если привезли в мешке что-то или не хотели забирать, или скрыли. Как это, мать там, кто бы ни был. Это я вам говорю, как президент воюющей страны с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим. То, что они делают. Но я, послушайте, но есть же как бы в ненависти, это война. Но это же не скот. Это же не скот.